шлёпа, это мой вискас. Ну а? Беляш, ты в порядке? Ха-ха-ха, теперь я точно захвачу этот канал. Что? Кот Юбилей, мы не дадим тебе доступ к каналу. Беляшик Зе, убей его. Стой, Беляш, не трогай меня. Я помогу тебе захватить канал. А взамен ты меня не убьешь. Я согласен. Сейчас я использую все свои силы, чтобы уничтожить этот канал. Но... Что ты наделал, идиот? Мне теперь не хватит сил уничтожить канал, поэтому я заберу твои. Попробуй, забери. Ну вот ты и попался. О, великий кот Юбилей, мне нужны твои силы, чтобы уничтожить шлёпу. Хватит долбиться, тебе это не поможет. Я уничтожу твой канал. Нет, ты никогда не сможешь его уничтожить. Чёртов твой канал, я ещё вернусь. Ого, как ты это сделал? Просто не стоит уничтожать мой канал. Ладно, пошли домой, отпразднуем победу. Вот такая вот получилась история. Поставь лайк и подпишись. Я очень старался. Пока!